Ну, давайте быстро покажу вам прицеп, с которым реально можно путешествовать по России. Здесь усиленная рама «Алка». Впереди багажник, велобагажник. Входим через дверь, в планировке детские кровати, конечно же, душ, биотуалет, умывальник в отдельном помещении. Далее у нас идет холодильник, работает газ 12-220 вольт, кухня с газовой плитой, мойка, множеством ящиков для посуды и продуктов. Здесь основная гостиная складывается в спальню, там основная спальня, множество ящиков, все очень крепко и надежно. Смотрите, шикарный панорамный люк, гардероб большой, отопление газовое с раздувкой по всему салону, можно путешествовать круглый год. Технология бесшовного угла. У других прицепов здесь склеиваются панели, они постепенно расходятся. Здесь загиб сэндвич-панели, который дает уникальную жесткость и надежность. Модель называется Humer Eriba Nova. На круглый год, на 6 человек для России. Контакты в первом комментарии.